Так, друзья, всем привет. Как меня слышно? Пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Так, вроде я себя вижу. Жду от вас обратной связи. Так, всем по приветику. Анара, Алия, Серик, Казахстан. Так, давайте, друзья, начнем. Сегодня у нас, так скажем, презентация «Маркетинг-план». Я сегодня, к сожалению, буду выступать без Ильи. Илья готовится, готовит материалы, готовит видео, соответственно, да, там очень много работы, поэтому сегодня я буду выступать один. В течение вебинара я расскажу вам полностью о маркетинге. Да, те, кто его не знает, те, кто еще что-то не понимает, сможете задать вопросы, и, соответственно, на эти вопросы я в конце вебинара отвечу. Вот, давайте мы начнем, наверное, со знакомства, потому что кто меня вообще видит в первый раз? Поставьте единички. Вообще, кто впервые меня видит и вообще ну, не знает, кто я такой? Можете поставить единички. Стоит ли мне вообще о себе рассказывать чуть-чуть? Потому что, я думаю, есть у некоторых людей вопросы, кто я такой, чем занимаюсь. Буквально 2 минуты можно этим занять. Так. Что, всем я знаю, да? Отлично. Ну ладно, для тех, кто, наверное, будет смотреть этот вебинар, а вот есть даже те, кто не знает, давайте я немножко представлюсь. Да, меня зовут Евгений Ванин, я основатель компании Freedom Technology. Наша компания занимается разработкой сервисов для инфобизнеса уже с 2015 года. Сам я занимаюсь интернет-бизнесом с 2010 года, вот в 2015 создал компанию. И буквально недавно мы с компанией Argos, с Ильей Ладониным, соответственно, объединились и создали проект X-Profit, да, о котором сейчас и пойдет, соответственно, речь. Я буду рассказывать о маркетинге, о том, что мы сделали для вас. В общем, это как-то вкратце, да, если брать. Сервис, на котором мы сейчас проводим с вами вебинар, Webcaster, это один из сервисов компании Freedom Technology, то есть моей компании, которую мы создали. У нас есть и конструктор сайтов, есть своя собственная хостинговая компания, то есть мы, по сути, предоставляем инструменты для ведения интернет-бизнеса. Кстати, большинство из этих инструментов вы получите в рамках проекта X-Profit. Да? То есть вы сможете создавать воронки, сможете проводить вебинары, автовебинары и многое-многое другое. Да? Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Вот. Ну вот, видите, даже кто-то уже пользуется моими сервисами около 4 лет. Итак, давайте начнем мы с того, что такое X-Profit, для чего, почему вам стоит принять участие в этом проекте, потому что до старта X-Profit осталось всего лишь 3 дня. То есть у вас есть 3 дня на то, чтобы собрать свои команды, собраться с силами, понять, как вы будете вообще относиться к этому бизнесу и так далее. Да? И я постараюсь сейчас в течение этого вебинара объяснить вам и показать преимущества данного проекта, данного маркетинга. И давайте начнем. Прежде всего, сам маркетинг... Женя, извини, ссылка нужна на YouTube, прости, опоздал. Везде. Так, я везде дал ссылки на YouTube. Все, я отлучаюсь. Давай. Вот я появился, вам привет передал. Итак, давайте начнем. Что такое X-Profit? X-Profit создан на смарт-контракте Binance Smart Chain. Многие уже знают, что такое Binance. Да? Это самая крупная мировая криптовалютная биржа. У этой биржи есть не только своя монета, которая называется BNB, да, которую мы, кстати, с вами будем зарабатывать. Данная монета поднималась в стоимости до $600, и мы считаем, что это не предел, потому что помимо того, что у Binance есть своя монета BNB, она еще создала свой собственный блокчейн. Блокчейн – это, по сути, децентрализованная такая система, которая помогает вам в нашем проекте зарабатывать, ну, грубо говоря, моментально, да, то есть минуя админов, минуя какие-то там выводы и так далее. Да? То есть мы создали смарт-контракт, который автоматически распределяет средства среди пользователей. То есть прямо на ваш кошелек. То есть вам не нужно ждать вывода. Как только вы сделали какую-то продажу, либо не сделали продажу, да, что также предусмотрено в маркетинге, моментально, без каких-либо ожиданий, вы сразу же на свой кошелек получаете монету BNB. Вы можете ее как продать там за доллары, за рубли, за все что угодно, так и оставить у себя на кошельке в виде инвестиционного инструмента и ждать ближайшего роста. Мы считаем, что данная монета имеет очень большие перспективы
в ближайшем будущем и будет только расти. Начнем непосредственно с самого маркетинга. Давайте я, наверное, сотру. То есть, если кому-то что-то непонятно, что такое смарт-контракт, потом зададите вопросы. Извиняюсь, что иногда к вам спиной поворачиваюсь, да, но надо стирать. Итак, у нас маркетинг, точнее, проект называется X-Profit. Вот. Он полностью построен на смарт-контракты. То есть нет никаких рисков потерять деньги. Деньги моментально распределяются по кошелькам. Админы, даже я, Илья, никто не может их забрать. То есть вас никак не могут отсюда детерминировать, как из других компаний. Никто вас не может обмануть и так далее. Да? То есть деньги моментально распределяются по кошелькам. Это, как говорится, самое главное преимущество смарт-контрактов. То есть вас никто никогда не обманет. Ну и как только вы что-то делаете, вы сразу получаете, соответственно, вознаграждение. Каким образом у нас выглядит маркетинг? У нас есть первый бонус, который называется X51. Что это означает? Это означает, что вы можете приумножить стоимость площадки. То есть в самом проекте есть 15 площадок. Вы сможете приумножить стоимость площадки в 51 раз, либо в 5100%. Давайте объясню, да, более доходчиво. У нас есть площадки, которые стоят, стоимость всегда приравнивается к долларам, то есть первая площадка стоит 5 долларов, например, да, но оплачиваете вы все эти площадки в монете именно BNB, да, то есть она оплачивается в криптовалюте. Стоимость никогда не меняется, да, то есть даже если сама монета BNB подрастет в несколько раз, то есть, например, будет стоить 1000 долларов, то вы просто заплатите меньше монет BNB, ну, то есть в эквиваленте 5 долларов. Каждая последующая площадка, она удваивается, там следующая стоит 10, потом 20, потом 40 и так далее, до 15 площадки. Я думаю, это понятно. Все, опять же, площадки оплачиваются только монетой BNB, но в эквиваленте долларов. BNB вы также это и зарабатываете. Вот. Давайте начнем с X51. Этот бонус доступен абсолютно каждому человеку, даже тому, кто не умеет приглашать. И, по сути, этот маркетинг, он начинает продавать сам себя. Объясню, почему. Каким образом строится у нас маркетинг? Это, по сути, бинар, 10-уровневый бинар. Кто-то называет это матрица, кто-то еще чем-то. Но я называю это бинар. И каким образом он выстраивается? Представим, что это, например, вы. Давайте вот так вот веселого человечка нарисуем. Дальше идут под вами два партнера становятся. Опять же, эти партнеры могут попасть под вас переливами. То есть представьте, что это вы пришли. Под вас попадают либо ваши партнеры, либо партнеры от вышестоящего. Давайте вот так сотру. Чтобы было понятно. Представим, что это, допустим, я. Да? Тоже такой веселый. Вас пригласил. У меня тоже есть вторая нога, да, это вы, это там еще какой-то мой партнер веселый. Что происходит? То есть у меня две ноги, следующий, третий партнер, да, то есть мы представим, что я вас пригласил, следующий, третий партнер, он уходит ниже, да, то есть он не может встать ко мне в третью ногу, то есть он уходит ниже под моего партнера на первом уровне, то есть под вас. Как только это происходит, вы сразу же получаете, даже никого не пригласив, 2,5% от стоимости площадки. Понимаете, да? То есть, если у нас площадка стоит 5 долларов, то вы получаете вот этих 5 долларов 2,5%, еще ничего не сделав, еще никого не пригласив. То же самое, что происходит дальше. Ко мне приходит следующий, четвертый партнер. Четвертый партнер, соответственно, становится вашу вторую ногу, потому что заполнение бинара 10-уровневого идет сверху вниз, вот так вот, слева направо. Слева направо, то есть все заполняется. Но учтите то, что у каждого человека свой собственный бинар. Например, когда ко мне приходит уже там пятый человек, он, соответственно, становится вот сюда, в свободное место. А может и не встать, потому что этот человек, скорее всего, может кого-то уже пригласить. То есть это, например, будет его партнер. И, соответственно, система ищет следующее пустое место. Например, она находит его вот здесь. То есть система постепенно сама все заполняет. Например, от меня. Но давайте пойдем дальше. То есть вы понимаете, да, то есть с каждого человека, который под вас попадает, допустим, там дальше кто-то пришел, вы кого-то пригласили, там, и так далее. Ну, не вы, например, да, а вышестоящий надо мной партнер кого-то пригласил, соответственно, люди пошли заполнять всю эту систему постепенно, вот таким вот образом, на 10 уровней в глубину. То есть если посчитать все вот эти вот по 2,5%,
То есть первая площадка стоит $5, например, вторая там 10. То есть с $5 вы получаете при заполнении этой матрицы, ну, матрицы, да, либо бинара, как кто называет, вы получаете $250 в конце. Ну, не в конце, начисления идут моментально. Да, но в общей сложности, когда заполнится весь этот бинар, вы получите $250, либо 5100%. Соответственно, если будет площадка куплена за $10, вы получаете $500 в конце и так далее. Таким вот образом работает бонус, который называется X51. То есть для того, чтобы его получать, вам не обязательно кого-либо приглашать. Но поверьте мне, как только вы начинаете получать переливы, вы получаете сразу... Так, что-то у нас тут... Давайте я, знаете, пока чат отключу, да, чтобы мне не отвлекаться. Вот, а потом буду задавать вопросы. То есть даже если вы никого не приглашаете, соответственно, вы все равно получаете вот по 2,5% с каждого человека, который попадает в вашу структуру. Это первый бонус, который доступен абсолютно всем. Но на самом деле это еще не все. Последний бонус, который называется бонус бесконечности, он просто взорвет ваш мозг, потому что там можно зарабатывать неограниченное количество денег. Сейчас мы это все стираем, наш бинар на 10 уровней. Вот. И переходим к следующему бонусу. Это бонус для тех людей, которые приглашают проекты, да, то есть для лидеров. Он так называется лидерский бонус. Вы всегда получаете 40% от любой оплаты. То есть пригласили человека, например, это вы, пригласили человека, это ваш личник, вы получили сразу с него 40% себе, да, и плюс, так как он под вас попал, плюс еще 2,5%. Ну, по маркетингу, по первому, да, то есть 2,5%. И здесь уже ваши личники могут стоять хоть на 5-й, хоть на 10-й, хоть на 150-й линии, абсолютно неважно. То есть чем больше ваша команда, чем больше вы людей приглашаете, тем больше вы получаете вот этот вот бонус по 40%. Причем этот бонус, он не единоразовый. И этот бонус вы с одного партнера можете получать несколько раз. Я объясню, каким образом. В общем, запомните то, что второй бонус – это лидерский бонус. С каждой продажи, то есть с каждого вашего личного партнера, как только он покупает какой-то из пакетов, а он может купить сразу 5 пакетов, 10 пакетов и так далее, да, вы получаете 40%. Ну и плюс, соответственно, 2,5% за то, что он попал просто в бинар. Стираем. Следующий бонус – это бонус поколений. По сути, когда вы строите команду, у вас есть партнеры первого уровня, второго и третьего. Мы сделали бонус поколений, по которому вы зарабатываете с первого поколения, то есть от ваших личных партнеров, когда они делают продажу. Давайте еще раз нарисую. Представим, что это ваш личный партнер. Вот он, да? Он делает продажу, то есть приглашает там Васю, например. Он сделал продажу, он получает 40% от этого, да, то есть со своей продажи, плюс 2,5%, соответственно. А вы получаете от его продажи, от того, что он продал, 5%. Так, что-то близко все нарисовал. Ну, неважно. Я думаю, понятно будет, да? То есть с первого уровня партнеров за их личные продажи вы получаете 5%. Со второго уровня, то есть когда там Вася, например, Вася он пригласил, а Вася пригласил еще кого-то, например, какого-то партнера, вот так его пометим, да? Вы получаете от партнеров второго уровня 3%, да, то есть с их продаж. От партнеров третьего уровня, то есть там, допустим, это Петя, да, пригласил еще кого-то, вы получаете 2% с их продаж. То есть с личных продаж своих вы получаете 40%, а бонус поколений там с первого 5, со второго 3, с третьего 2. И опять же, здесь нет ограничений на глубину, потому что ваша команда может разрастись и более 10 уровня, да, то есть и дальше 10 уровня люди могут вставать. Ну, соответственно, если у вас партнеры работают, приглашают, вы зарабатываете дополнительно с их продаж вот такие вот проценты. Это называется бонус поколений. И давайте перейдем к четвертому бонусу, который взрывает мозг. И именно... Возможно, даже из-за этого бонуса многие люди обратили внимание на наш маркетинг X-Profit. Данный бонус называется бонус бесконечности. Вот так вот его обозначим. Как он работает?
Я уже говорил, что у нас есть бонус X51, первый самый, да, когда выстраивается такая бинарная структура, да, у каждого человека есть свой бинар, но за счет того, что над ним тоже стоят люди, можно получать переливы и за счет этого выстраивать свою структуру. Так, уже немножко не то нарисовал. Ну, ладно, поставим вот так. Таким вот образом. Что такое бонус бесконечности? Для того, чтобы подключить бонус бесконечности вам или вашим партнерам, да, то есть неважно, да, то есть бонус бесконечности включается только в том случае, когда у вас есть 14 активных партнеров. То есть представим, что на первой площадке вы хотите активировать этот бонус бесконечности. Что он дает? Он дает второй бинар. То есть вы, по сути, расширяетесь. И у вас, например, есть один бинар на 10 уровней, и появляется второй бинар на 10 уровней. То есть место остается одно, но у вас появляются еще две ноги. Причем в эти две ноги вы можете поставить двух человек, своих личных каких-то лидеров. Либо сделать это автоматически, и вам опять сюда пойдут переливы. Понятно, да? Но для того, чтобы включить этот бонус бесконечности, вам нужно 14 человек. Плюсом к этому вам нужно проплатить следующие две площадки. Например, если вы делаете вот на первой площадке активацию, то у вас здесь должно быть 14 активных партнеров, плюс куплена вторая и третья площадка. Понятно, да? То есть, если вы хотите сделать на второй площадке, включить бонус бесконечности, то есть открыть бинар, то вам нужно, чтобы на второй площадке у вас было также 14 активных партнеров, и была проплачена третья и, соответственно, четвертая. Вот. Почему называется бонус бесконечности? Давайте сейчас поясню. Как вы понимаете, с одного бинара, да, вот это на 10 уровней, вы получаете 5100% при полном заполнении. Да? Но деньги вам поступают постоянно, как только люди сюда попадают. Когда вы открываете второй бинар, то с него вы также зарабатываете 5100%, да, при полном заполнении. Но что происходит? Смотрите. Для того, чтобы вам этот бонус включить, вы повторно оплачиваете ту же самую площадку. Как только вы ее оплатили, что у нас происходит? У нас опять заново срабатывает бонус 40% лидерский, то есть от вас идет вашему вышестоящему партнеру. А бонус поколений 5-3-2%, как вы понимаете, да? И также, соответственно, срабатывает бонус вот этот 2,5%, да, который распределяется на 10 уровней тут в глубину, мы так считали, да, но в высоту, да, то есть вы где-то оплатили, и на 10 уровней вверх по 2,5% каждому человеку ушло. Если вы, например, никого не пригласили, да, ну, представим такое, может быть, представим, что вверху это стоите вы, да, и у вас бонус бесконечности еще не активирован. Может быть, у вас есть партнеры, но вам их не хватает. Но, например, вот этот человек, который сюда пришел, это активный человек, который уже успел пригласить 14 партнеров, у него уже выросла одна ветка, то есть начала расти. Он пригласил 14 человек, грубо говоря, помог своим нижестоящим и тем людям, которые под него попали. И он такой, так, все, пора активировать вот этот вот бонус. Да, хочу сделать реинвест, так называемый, купить повторно эту площадку для того, чтобы открыть бонус бесконечности. Что происходит? У него открывается еще один бинар, да, который начинает расти, так скажем. Так как вы, точнее, так как он находится в вашей структуре, и все остальные люди, да, заново начинают получать за него вот эти вот проценты, а вы начинаете зарабатывать с его структуры не только вот с этого бинара, да, но и со второго, который он открыл. Как вы думаете, сколько таких партнеров может быть в вашей структуре? Очень много. И причем этот бонус, опять же, выплачивается, даже если у вас самого лично он не активирован. Но когда вы активируете его, да, представьте, что у вас один бинар, и там такие партнеры появляются. Вы активируете второй бинар, и у вас там тоже появляются такие активные партнеры, да, которые начинают расширять свою структуру. То есть, по сути, вы можете зарабатывать до бесконечности. Так, извиняюсь, у меня тут звонок. Извиняюсь заранее, все. Вот. Поэтому это называется бонус бесконечности. В принципе, вот такой вот маркетинг. И как вы понимаете, он будет сам себя продавать, то есть даже если вы, еще раз повторюсь, никого не приглашаете, вам доступны все вот эти вот бонусы по бинару, да, то есть X51.
вам, конечно же, вы не получаете там 40%, потому что не делаете личных продаж, там 5-3-2 не получаете, но, тем не менее, даже по первому виду бонуса, без каких-либо там условий, вы все равно будете зарабатывать. Еще хочу обратить внимание на такую вещь. Давайте сейчас мы это сотрем. Представим, это называется компрессия, да, компрессия снизу. У нас есть, как вы знаете, там 15 площадок, каждая из них там стоит в 2 раза дороже, чем предыдущая. Но мы сейчас нарисуем, например, 4. Представим, что это вы купили первую площадку и вторую площадку. Под вас пришли партнеры, первый партнер, второй, вы с них получили, соответственно, деньги, там 40% плюс 2,5%. Эти партнеры также купили, например, вот этот партнер, он покупает также вторую площадку, заходит под вас, а третья площадка у вас, например, не куплена. Но партнер такой думает, блин, я хочу зарабатывать все-таки с 3 площадок, и берет и покупает 3-ю площадку. Но так как вас вот здесь вот нету на этой площадке, то есть у вас куплены только 1-я и 2-я, что происходит? Вот этот партнер, он переходит под вашего вышестоящего партнера, у которого активирована эта площадка. Если у вашего вышестоящего она не активирована, система ищет вышестоящего. И что происходит в таком случае? То есть как только партнер попадает на третий уровень, то есть он покупает, то 40% получаете не вы за него, за активацию этой площадки, да, а 40% получает вышестоящий партнер, у которого активирована эта площадка. И для того, чтобы вам, ну, не только 40%, да, также срабатывает бонус поколений, там 5, 3, 2 и все остальное, понимаете, да, там и 2,5% и все остальное, и бонус поколений 5, 3, 2. Чтобы вам вернуть в дальнейшем этого партнера, да, и больше не упускать прибыль, вам нужно купить следующую площадку, то есть купить 3-ю площадку и 4-ю. И как только этот партнер с 3-й площадки, ну, ваш личный партнер, переходит, покупает себе 4-ю, то он уже опять попадает под вас, и вы опять получаете 40% и все остальные бонусы. Поэтому, когда вы начинаете работать с командой, сразу узнавайте, на сколько площадок люди заходят, да, чтобы они вас не обогнали. Потому что если, например, вы там купите 2 площадки, а человек купит 5, к примеру, да, то вы с 3-й, 4-й и 5-й вы просто потеряете профит, ну, потеряете просто деньги. А что такое 40%, да? То есть, ну, понятно, что там от 5 долларов, да, это где-то 2 с небольшим долларов, от 10 долларов это где-то там 4 доллара. Вот, ну, чем выше площадка, тем больше вы, грубо говоря, теряете. У нас есть площадки, которые стоят 80 тысяч долларов. Представьте, если у вас, например, даже появится партнер, который покупает площадку, например, за 1000 долларов, а это все равно выгодно, потому что, как вы понимаете, любая площадка, в нее попадают практически, ну, вся система, да, то есть вся структура строится таким вот образом, да. И неважно, даже если вы, например, купили за 1000 долларов площадку, как вы понимаете, при заполнении ее вы получаете на выходе там 5100%, да, в любом случае, рано или поздно. Это не инвестиция, сразу скажу, друзья, это не инвестиционный проект. То есть для того, чтобы получать деньги, здесь нужно делать продажи. Кто-то эти продажи будет делать и зарабатывать будет больше, ну, в плане того, что будет получать еще лидерские бонусы, да, а кто-то будет сидеть на пассиве и ждать, пока у него заполнится вся эта система. Сразу скажу, на старте заходит очень много людей, и не только на старте, да, то есть сейчас люди готовят свои команды. Маркетинг, опять же, взрывной, и мы, помимо того, что вы покупаете вот эти вот площадки сами, да, то есть сам смарт-контракт, мы вам даем готовые инструменты, то есть тот же самый вебкастер, на котором вы можете проводить вебинары, автовебинары, конструктор сайтов и так далее. Стоимость этих инструментов около 1500 долларов в год. Вы сможете эти деньги сэкономить и получить, по сути, их абсолютно бесплатно, просто купив себе вот такой вот бизнес, в котором вас не может никто обмануть, который вам будет моментально начислять деньги на ваши кошельки, ну и дальше вы уже сами решаете, стоит вам в этом развиваться или нет. Как понимаете, там для бизнеса даже там 5, 10, 20, даже 1000 долларов – это абсолютно не деньги. А зарабатывать здесь можно очень-очень даже неплохо. Вот, я думаю, с этим мы закончили. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте я буду на них отвечать. Так. Женя, я в конце добавлю, почему кнопка «Бабло» все-таки? Почему я это написал? Давай.
Я просто думал, в конце, после вопросов, я обязательно скажу. Давай. Так, сейчас я почитаю сначала вопросы в комнате. Вчера сожгли 1,3 миллиона монет, они все равно вырастет, Светлана. Так. Понятно. Пока вопросов нету, я сейчас включаю чат. Включаю чат. И иду на YouTube. О, на YouTube у нас уже почти 180 человек. Так. Нас еще подтягиваются даже. Так, у кого нет видео, попробуйте. Что будет, когда площадка за $5 отработает и получит $250? Ничего не будет. Просто вы, если вы ничего не делаете, вы получите свои $250, пока она будет заполняться. И все. Дальше вы сами решаете, развиваете вы этот бизнес или нет. Сидите, ждете, пока что-то произойдет или нет. То есть, если вы хотите дальше покупать площадку, то есть вам надо хотя бы 14 партнеров пригласить и открыть второй бинар под вами. И все, он также будет заполняться и с переливами, и вашими личными партнерами, и все остальное. И вы получите еще $250. Вот. И также ваши партнеры, если придут, да, то есть они, у них заполняется, они пригласили 14 партнеров, думают, так, все, пора расширяться. Они опять заново покупают площадку, вы опять получаете 40% с них. То есть этот процесс, он может быть бесконечным. Да, поэтому это называется бонус бесконечности. К тому же мы еще готовим некоторые продукты, да, которые будут, так скажем, провоцировать людей, покупать более дорогие площадки, ну и так далее. Как компания зарабатывает? Или тут чисто на бинаре? Ну, также по маркетингу мы и зарабатываем. Как предлагать партнерам проект? Ну, друзья, каждый по-своему предлагает партнерам проект. Достаточно, мне кажется, рассказать то, что, во-первых, смотрите, друзья, у нас есть здесь не только маркетинг, да, не только смарт-контракт, у нас есть полноценное обучение работы с инструментами, с автоматизацией. Я сам с 2010 года занимаюсь автоматизацией, и, по сути, те сервисы, которые мы вам даем, то есть тот же самый WebCaster там и так далее, да, это сервисы, которые высвободят кучу вашего времени на то, чтобы приглашать людей. То есть вы можете, например, вот сейчас я вебинар провожу, мы можем вам дать там файл, который вы запускаете в автоматическом режиме, и все, и он работает за вас круглосуточно 24 часа в сутки, рассказывает людям и регистрирует их на, ну, допустим, смарт-контракт. То есть вы на это время уже не тратите. Вот. Ну, чем меньше вы времени тратите на, ну, допустим, кто-то там во Владивостоке живет и так далее, да, то есть не всегда можно подгадать время. Конечно, лучше всегда пообщаться еще и вживую с людьми, но когда у вас есть, например, автовебинар, он 24 часа за вас работает, рассказывает о маркетинге, причем моим лицом, так скажем. Ну, либо там Илья, у нас еще спикеры есть, которые будут рассказывать. Так. Что у нас здесь? Немного непонятен вопрос по оплате площадок. Я еще дня три назад завел $85 на BNB кошелек, но BNB подрос, и на кошельке уже $76. А если он еще подрастет в долларах, будет меньше. Наверное, он упал, а не подрос, скорее всего. Да, нужно будет докупать. Но смотрите, когда, например, сейчас у нас идет запуск, да, и вы закупились этими BNB заранее. Ну, например, на старте, не на старте, а когда проект уже будет запущен, то есть, ну, ваши партнеры, они когда будут покупать эти BNB? Они у них либо уже есть на кошельке, либо они там за 5-10 минут до оплаты покупают себе BNB-шки в эквиваленте, там, например, там $100, да, и, соответственно, покупают на эти $100 там площадки себе. Все. То, ну, не долларами расплачиваются, а, соответственно, BNB, да. В эквиваленте $100. Конечно, курс будет гулять, но площадки как стоили в долларах, так они и будут стоить. Просто либо вы заплатите больше BNB, либо меньше BNB, эквивалент всегда будет привязан именно к доллару. Так, дальше. А какие риски? Все так хорошо. Риски, ну какие риски? Риски в том, что вы никогда не станете богаты, если не будете рисковать. Ладно, я шучу, конечно. Ну, риски какие могут быть? Да, то, что BNB может упасть, да, в цене, там, еще что-то может произойти. Но сам смарт-контракт, он убирает те риски, да, которые зависят от админов. Да. Частенько админские проекты, которые, ну, многие участвовали, да, там разные есть проекты, инвестиционные всякие, там, хайпы и так далее, да,
Когда есть админ, который управляет деньгами, который их выводит, там он может вывести сегодня, может вывести завтра, там, а может вообще никогда не вывести. Вот. Здесь эти риски убраны. То есть как только происходит какая-то продажа в вашей структуре, либо под вас попадает человек, вы сразу моментально получаете деньги на кошелек. Все, никаких рисков нету. Вы можете прямо по этому курсу, если вы боитесь, что BNB просядет там на 100%, тут же можете поменять на рубли. То есть, ну, по сути, рисков никаких нет. Все. Вопрос по регистрации. У кого есть кабинет после старта, можно будет просто привязать кошелек. Это, наверное, Илья будет отвечать на этот вопрос, если он еще здесь. Так, легальность компании. Ну, легальность – это, знаете, каких компаний? Когда открыты какие-то банковские счета. Вы можете говорить о легальности. Здесь идет смарт-контракт. Это децентрализованная система. Она легальнее любого банка, который может закрыться. Я видел много легальных компаний, которые трясли вот так вот документами. Смотрите, мы зарегистрированы там в Лондоне, на Кипре, еще где-то. И этих компаний сейчас нету. Тот же самый Кэшбери, вспомните, и так далее. Да? То есть легальность компании, она, знаете, такая вещь, непостоянная, да, то есть сегодня она легальна, завтра она нелегальна. Вот и все. Документы на смарт-контракт, к сожалению, блокчейн не выдает, да, потому что децентрализованная система, она не зависит от государства. Единственное, что государство хочет сделать и уже делает, это берет налоги с вашего заработка с криптовалют. Вы можете их платить, можете не платить, это ваше личное дело. Вот, но если вы, например, живете в России, то в России вышел закон, то, что с полученной прибыли с криптовалют вы должны заплатить налог. Оплатить его или нет, это дело ваше. Будете вы работать легально или будете вы работать нелегально, опять же, дело ваше. Мы даем просто инструмент. Моя личная компания, да, Freedom Technology, она зарегистрирована, она легальная, мы работаем 5 лет. Все сервисы, которые мы предоставляем, они легальные, да, мы платим налоги, но по смарт-контракту, да, то есть смарт-контракт – это просто смарт-контракт. Если на бирже, которой я пользуюсь, есть BIP20, я могу на ней купить? Конечно, можете. Ну, покупайте, вот на Binance можете покупать, без разницы. Так, возвращаюсь теперь в YouTube. Так, в YouTube у нас очень много вопросов. Сейчас попробую тоже зачитать. Египетской речи нет мощно. Так, за что? Что за площадки, как они зарабатывают? Ну, Роман, я не буду заново рассказывать маркетинг. Площадка – это, по сути, смарт-контракт. Есть смарт-контракт на $5, который вы покупаете, просто оплачиваете $5, получаете место в смарт-контракте. Все, это ваш бизнес. Удалить вас, отобрать у вас деньги или все что-то еще никто не может. Все, это записывается в смарт-контракт, его никто не может изменить, он просто запущен, все, вы работаете. Хотите – работаете, хотите – нет, дело ваше. Хотите – много зарабатываете. Хотите вообще, ну, ждете переливов. Это, опять же, дело ваше. Вас никто здесь заставлять ничего не будет. Это ваш личный бизнес. И за уши вас тоже тянуть никто не будет, там, к миллиону. Если вы хотите миллион, вы можете здесь его заработать. Маркетинг я рассказал. Вот. Есть, соответственно, следующий там смарт-контракт, который стоит $10. Соответственно, в нем вы будете зарабатывать в 2 раза больше. Третий смарт-контракт стоит $20. В нем вы будете зарабатывать уже в 2 раза больше, чем в предыдущем. И так далее. Есть смарт-контракты, которые стоят $80,000. Везде заполнение одинаковое, везде правила одинаковые. То есть всегда, если вы сами кого-то приглашаете, продаете кому-то смарт-контракт, вы получаете 40%. И бонус поколений на 3 уровня в глубину. Если вы не продаете, то вы получаете с переливом. Да? То есть когда под вас попадают партнеры от вышестоящих партнеров, соответственно, с каждого такого человека вы получаете по 2,5%. Это вкратце. Вот. И при заполнении вот этого бинара на 10 уровней ваш общий доход может быть от вложенной суммы, от покупки, точнее, смарт-контракта 5100%. Все. В конце концов вы можете получить. Только по переливу. Если вы будете продажи делать, то это намного больше. Так, дальше. Так, при регистрации обязательно ли надо начинать с первой площадки или можно выбрать любую площадку? Смотрите, все площадки покупаются поочередно. То есть нельзя купить вторую площадку, не купив первую. И то же самое со всеми остальными. То есть если вы, например, купили первую площадку, купили первую площадку сначала, потом покупаете вторую, вы не можете купить пятую. Да?
вам надо купить еще третью и четвертую, только потом вы купите пятую. То есть все покупается по порядку. Соответственно, когда вы будете покупать, сразу рассчитывайте, сколько вам денег нужно. То есть сколько площадок вы хотите купить. Там 3, 5, 10 и так далее. А как узнать, что заполнено 10 уровней? Ну, это будет у вас в кабинете все видно. Вся структура видна в кабинете. А готовый вебинар дадите для автовебинара с вами? Конечно, конечно, Оксана. Так, вопрос. Если я пригласил 14 партнеров, я смогу каждой площадке сделать реинвест? Нет. 14 партнеров вы пригласили? Ну, можете, конечно. Если у вас 14 партнеров купят, например, первую площадку, да, у вас будет здесь 14 активных партнеров. Потом они также появятся у вас на второй площадке, 14 активных. Потом на третьей, 14 активных. Соответственно, как только у вас 14 активных партнеров, вы можете, соответственно, делать уже расширение вебинара. Опять же, смотрите, если вы хотите, у нас не только расширение вебинара, да, то есть у нас вот есть две ноги, 14 партнеров пришли, вы еще две ноги добавили, пришли еще 14 партнеров, то есть у вас уже тут не 14, а 28, вы можете еще две ноги добавить и так далее. Для чего это сделано, опять же, да? Для того, чтобы вы помогали, то есть 14 партнеров в любом случае идут сначала в первый вебинар, да, то есть ставятся в структуру. Опять же, они не могут там у вас как-то подряд все встать и так далее. То есть они смешиваются с переливами сверху, чтобы вы понимали, то есть эта структура, она всегда перемешивается. Все, 14 партнеров набрали, по сути, да, все, отлично, вы помогли. Другие здесь также по 14 там приглашают и дальше уже расширяют свой маркетинг. Все, у вас выполнены условия, вы второй открыли вебинар. Опять 14 партнеров сюда пригласили, так и отлично, все расширились. Можете третий открывать, можете не открывать, как хотите, да, то есть дело ваше, вы можете дальше помогать партнеру. Но в любой момент вы можете опять третий раз открыть, четвертый, пятый. И тоже могут самое сделать те люди, которые под вами стоят. Почему он называется бонус бесконечности, почему маркетинг вот этот вот, да, то есть то, что мы сделали, это вот реально какой-то, ну, мощный ядерный взрыв на рынке смарт-контрактов. Такого еще не было никогда. То есть вроде бы, да, там 10 уровней, ну, у всех там есть, да, но вот эту вот фишку мы добавили в смарт-контракт, это на самом деле было очень сложно сделать, да, чтобы вот эти расширения все были и так далее, чтобы все это просчитать. Вот. И все. То есть, по сути, это бесконечный такой бизнес, которым вы занимаетесь и постоянно получаете прибыль. Никто у вас ее отнять не может. Вот и все. Так, идем дальше. Так, бонус, ну, а что будет? Ну, а что будет, если у нас это, не знаю, там, война начнется? Да все что угодно может быть. Как может приток людей остановиться? Что, люди рожать перестанут или что? Что будет? Давайте будем гадать, что будет у нас, если там солнце погаснет там и так далее, да? Ну, сами догадайтесь, такие вопросы задаете странные, что будет? Ничего не будет. Если никто не будет ничего делать, то и человечество развиваться, наверное, тоже не будет. Вот, ладно, я возвращаюсь обратно. У нас тут так, Евгений, скажите, регистрация, так, это я уже говорил. Так, легальность компании я тоже сказал. Сразу с биржи нет. Так, Валя. А можно сразу две площадки? Да можно хоть 10 купить. Можете хоть все 15 сразу купить. Это вам решать. Можно ли купить воронку продаж? Ну, у нас будут, во-первых, бесплатные воронки продаж для партнеров. И, соответственно, вы их можете получать уже в кабинете. Есть презентация на английском языке. Насколько я знаю, на слайдах есть она, да? Ну, и у нас есть партнеры англоязычные. Я думаю, они, соответственно, запишут. Я английский, ну, знаю, но общаюсь на нем очень туго. Понимаю, как говорится, но сказать не могу ничего. Вот. Илья, если ты здесь, может быть, присоединишься? Да, давай, давай. Все, я тогда, ну, отключаюсь пока. Хорошо? Ну, давай, это, отключайся. Я ненадолго, на 5 минут. Ребят, у нас, сейчас, секундочку. Так, ребят, извиняюсь. У нас первая тема вебинара была, это кнопка бабло. Ну, на самом деле, это не просто так сказано, а все банально просто, да? У нас, скажем так, то, что мы сделали, это по-другому никак не назвать. Но самый очень важный момент, что мы сделали долгосрок. И поэтому здесь вот этот элемент для меня очень-очень-очень-очень важен. Поскольку
если это на 2-3 месяца, вчесывать людям, что, ребята, все хорошо будет через полгода, очень сложно, ну, банально, потом перед ними краснеть неохота. Поэтому идея смарт-контракта и привязки к курсу доллара сделали свое дело. Самое основное – минус риски и плюс стабилизация курса на все времена. То есть неважно, через полгода, через год, через два этот проект будет стабильно, комфортно работать, как и сейчас абсолютно на старте. А плюс вся система маркетинга, то есть неважно, где вы встанете, потому что с вас собственный бинар начинается, и вы состоите в чьем-то бинаре выше стоять, к примеру, я стою в 20-й линии от самого главного аккаунта, и подо мной стоит Евгений. И Евгений состоит в моем бинаре. И по факту мой третий человек уже пойдет Евгению в помощь, уже пойдет ему переливом, если он по какой-то причине не успел еще пригласить. А если я даже ничего не делаю, но надо мной человек стоит, то пятый человек пойдет Евгению уже через поколение от вышестоящего спонсора. И здесь не важно, где вы стоите, система работает одинаково, потому что вот компания начала это, но также каждый человек является началом собственного бинара и помощником для нижестоящих своих партнеров. А система 14 людей, которая человека обязывает помогать нижестоящим и проставлять людей, сама себя подразумевает уже, что здесь будет по неволе просто-напросто все идти вниз и помощь идти также, ребят. Неважно, причем, где вы стоите. И прививая курс, саму систему начисления, именно математическую модель, это уже превращается более в такую серьезную модель, безрисковую модель. Ну и в буквальном смысле такая модель, знаете, очень может серьезно обогатить не на один далеко миллион долларов, поверьте. Вот. Ну и еще тоже важный момент. Мы понимаем, что рынок у нас состоит, 90% людей по какой-то причине не умеют зарабатывать. Они идут на каких-то людей, кто, ну, их, может быть, где-то динамит, может быть, не дает нужную информацию, но люди не всегда могут зарабатывать. И вот эти 25%, которые уходят переливами вниз, то есть рефералка, она идет переливами вниз по бинару. Бинар – самая идеальная модель для переливов. Человек упал вниз, и автоматически, когда он падает под кого-то, его финансовые выплаты отлетают вверх на 10 уровней. А переливами он падает вниз. То есть, знаете, такая система батутов, переливов. Вниз упал, я автоматически на 10 уровней отдал вверх деньги. И тоже вот это, то есть прекрасная система и плюс автоматическое начисление денег сразу же, автоматическое с каждого человека, это сногсшибательно. Не надо ждать, когда вам что-то переведет. Не нужно делать запросов, не нужно переживать. Вы хозяева абсолютно собственного бизнеса. И еще очень важный момент, ребят. Тут нету каких-то проплат повторных. То есть вы купили бизнес-место, но у вас навсегда. Реинвесты делать или не делать, решать вам. Но что самое главное, если в каких-то компаниях реализованы реинвесты, то это банальная проплата для того, чтобы дальше пользоваться бизнесом. То здесь, когда вы делаете реинвест, то этот реинвест вам позволяет масштабировать свой бизнес в 50 раз. Свою прибыль увеличивать в 50 раз. И это не шутки. Это очень серьезное такое заявление, ребят. Вот. То есть, по факту, к этому маркетингу не то, что докопаться невозможно. Ну, наверное, можно просто нос себе сломать, пока будешь докапывать. Не до чего докапываться. Безрисковый, стабильный. Неважно, когда заходить. Без разницы абсолютно. Будешь всегда зарабатывать. Ребят, все очень-очень невероятно, обалденно и круто. Вот, тут много можно об этом рассуждать и говорить. Но самое главное, ребят, теперь кнопка бабло. Почему же еще я так заложил в это слово смысл? Для меня есть там смысл, а смысл таков. Потому что это будет кнопка бабло нажиматься очень долго-долго времени и далеко не один год. Почему так? Все банально просто. Потому что сейчас по факту мы запускаемся только на русскоязычном секторе. Мы для иностранцев только начали делать информацию и постараемся до старта для англичан сделать. А у нас 22 языка. То есть куда ребята расширяться и масштабироваться. И это очень круто. Очень долго будут приходить люди и не останавливаться. А как Евгений сказал, ну рождаемость остановить, наверное, ну сил не хватит. То есть всегда будут люди каждый день появляться. 18-летние, которые могут участвовать, начинать в бизнесе.
И это очень круто. И плюс есть куда расти за рамки нашего родного СНГ. Это тоже, ребята, обалденно. Вот. И плюс еще очень тоже важный момент – само BNB. Я в BNB вкладываю маленько иной смысл. Можно зарабатывать фиат, рубли, доллары. Классно. А можно зарабатывать ту валюту, которая растет по отношению к фиату. Это BNB. То есть, по факту, заработав сейчас 100 BNB, он сейчас 300 баксов стоит, он легко улетит до 10 тысяч долларов в течение трехлетки. Легко. И 100 BNB для вас окажутся миллионом долларов. И это не преувеличение, когда эфириум стоит 10 долларов, никто не верил, что он улетит там до нескольких тысяч долларов. Никто не верил. Понимаете? Но он это сделал и сделал это без проблем. Поэтому, а с учетом того, что сейчас BNB изжигает, плюс экосистема, бешеное скоростное развитие, поддержка, его скоро будет в буквальном смысле дефицит, что бы ни пытались там давить на биржу Binance, это дохлый номер, ребят, его просто будет дефицит, и это не такое сумасшедшее будущее, это буквально сказать, можно сказать завтра, что через несколько лет в планах инвестиций, вот допустим инвестиции 100% сделать, это круто, когда ты сделаешь там за полгода-год. А если мы говорим о сотнях процентах, то есть 2-3 года исчисления, это, ребят, ерунда, если мы говорим о тысячах процентах. И здесь можно говорить о нескольких тысячах процентах в плане роста BNB. Так что здесь именно заработок идет правильный. Но если боитесь падения, деньги на вашем кошельке выводите в доллары. В рублях, наверное, не особо эффективно хранить наших деревянных, а в долларах, там, думаю, всем интереснее хранить, нежели в рублях. Вот. Вот, то есть кнопка бабло, вот это все суммируя, это реальная кнопка бабло, по-другому это не назвать, которая будет постоянно, как только, неважно, приди через 2 года, нажми на нее, зайди в этот бизнес, отлично начнешь зарабатывать, сейчас зайди, можешь отлучиться на какое-то время, вернуться, у тебя нету никаких проплат, тебе никто не скажет, месяц прошел, плати еще. Никто тебе не скажет. Начал работать. А эти еще переливов пронападало, ты заработал. Сам усилия приложил. Пересел на хорошую машину. И дальше двигаешься и поднимаешь деньги. Ребят, поэтому этот маркетинг, как я говорю многократно, это для нас был вызовом. Но вызовом не сделать, знаете, такую финансовую модель. Конечно, это приоритетная вещь. Для нас было это по факту вызовом. В плане того, чтобы сразу же автоматически покрыть максимальное количество аудитории. А тех людей, которые по какой-то причине не зарабатывали. Дать тем людям и лидерам, которые хотят двигаться и развивать компанию, зарабатывать невероятно много. Безбожно много. Потому что здесь, если ты маленечко хотя бы поработаешь и продублицируешь, настроишь инструменты, которые здесь уже есть, вы потом будете тупо стоять стазами и собирать деньги. По-другому это не назвать. Вот. Ребят, я сейчас переключусь на чат. У меня сейчас на самом деле ближе к старту одни эмоции, поскольку я понимаю, чем это пахнет. Пахнет это деньгами, да, кто бы говорил, деньги там не пахнут, ребят. Да охрененно они пахнут. Вот. Поэтому, ребят, деньги здесь большие, и для тех, кто будет действительно двигаться, а не только ждать, тот заработает очень-очень большие деньги. Я сейчас переключусь на чат. Не знаю, тут были какие-то сообщения после моего начинания. Извиняюсь, что не по мне теме, ситуация смешная. Попался во время вебинара, наткнулся на рекламу с интересным описанием. Решил перейти по ссылке. Решил перейти по ссылке, посмотреть, оказалось, что реклама X-Profit, то есть хороший, правдивый пост, реально привлекает людей. А сколько можно купить место? $5. Регистрация 22-го. Будет. BNB мощно упал. Ребят, радуйтесь, что BNB мощно упал. И дай бог еще упадет. Потому что когда, смотрите, на $5 при $1000 вы купите BNB на 0.005. При $200 вы BNB купите на 0.02, в 4 раза больше по факту. И то есть и распределиться вам больше. То есть сейчас, когда на дне его выгодно зарабатывать более в больших объемах. Потому что перспектива роста даст уже серьезные иксы. Эльмира, свяжитесь со мной. Эльмира, бизнес, Telegram. Окей. Скопипастил ваш Telegram.
скопировал, свяжемся. Или сейчас уже можно в структуру вставать? Нет, ребят, вы чаты свои собираете, структуру вы станете тогда, когда получите от своих спонсоров ссылочку. Раньше нет. Уже надо подготовиться. Спасибо за быстрый ответ. Проект бомба. Вопрос по регистрации. У кого есть кабинет Argos? После старта можно будет просто привязать кошелек из своего кабинета и активироваться? Ребят, можно. Суть технологии в Argos такова, что... Смотрите, давайте разберемся, что такое Argos. Argos – это не идея, это не слово, это не мое больное мышление, которое, ребята, Argos, вот бегите сюда, знаете, как наркоман с дозой. Нет, это реальная технология. Почему? Потому что мы, поскольку сами в этом бизнесе варимся, понимаем, есть какие определенные проблемы. И проблемы у любого сетевика, когда есть один проект, а потом появляется другой проект, и ты в этот проект другой идешь. По какой причине? Потому что там более совершенные технологии, более лучший доход, какие-то продукты даются, много аспектов, которые вас заставят другой проект рассмотреть, и вы это сделаете, нежели, неважно, какими были вы адептами до этого другого проекта. Почему так происходит? Ну, потому что туда ваши люди пойдут, и вы этого не упустите. Но когда вы сами будете переходить в что-то более трендовое, своих людей, которые снизу и еще не успели заработать, вам в этот проект сложно будет перевести, потому что они не заработали, они скажут, слушай, иди отсюда, ты нам получишь по ушам в часа, он не дал обучение, неделю назад пришел, уже другой проект предлагаешь, и я здесь еще ничего не заработал, он будет по-своему прав, его не пойдет с вами, что бы вы ни сделали. То в Argos, то те проекты, которые появляются на платформе Argos, они между собой связаны. Причем, заметьте, это на блокчейне. На блокчейне никто такого не делал. То есть, к примеру, у нас есть проект предыдущий Next. Люди, которые там построили команды, переходят в новый проект X-Profit. И те люди, которые были под ними в Next проекте, когда они начинают активироваться, они автоматически попадают в X-Profit под них. То есть их система не будет спрашивать, куда он хочет пойти. Она просто их возьмет за уши и поставит к тому человеку, под кого они пришли в Argos в предыдущем проекте. То есть тут вся структура за вами сохраняется. То есть раз построив команду, вы автоматически эту команду за собой закрепляете. Это очень круто. Но если новый проект выходит, тогда что со старыми проектами? Типа они умирают? Нет, ребят. Вот тут самое интересное, любопытное. Первые проекты, которые выходят, а X-Profit, у него будет несколько апдейтов. Мы о них пока с Евгением договорились не рассказывать по многим причинам. Эти апдейты, ну, дают там на несколько лет вообще перспектив минимум работы и очень круто много получать. Ну, так вот, к примеру, вышел новый апдейт. Все побежали в этот апдейт. Но давайте разбираться. Новый апдейт, как я сказал, это новые технологии, которые будут задевать новую абсолютно аудиторию. Так вот, в новый апдейт пришли те люди, которые не состояли просто в стартовом X-Profit'е. Но они понимают, что тех людей, которые они привели в этот апдейт, они могут активироваться в X-Profit'е. И если они активируются в X-Profit'е без них, то они потеряют деньги. Значит, следующий апдейт, который выходит, он автоматически привлекает новую волну во все предыдущие проекты. И те проекты, которые были на самом старте, запускались на платформе Argos, они больше всего людей и соберут. Поэтому здесь вот самый прикол, что здесь не будет такого, что через месяц, через два, через три перестанет. Да ни хрена. Такого не произойдет. То есть со всеми апдейтами, которые будут происходить, со всеми маркетингами, которые мы продумаем, это будет только как комок. Вот с горы киньте комок снежный, в конце будет там сугроб прилетит. То же самое здесь с финансами, ребят. Тут уже запущенные на эту платформу проекты, то есть не первые, а последующие все, они будут подпитывать предыдущие проекты новыми участниками. Это уже никогда не остановится. Поэтому здесь можно заходить через год, через два, через три, через четыре, через пять, через десять лет, ребят. Поскольку это на смарт-контракте, вообще по барабану, когда, и с учетом финансовой модели маркетинга, вы будете зарабатывать прекрасно, что на старте, что потом. Ну, на старте, конечно, всем охота, потому что старт есть старт. Но я для вас просто убираю тот туман, когда некоторые думают, блин, я через месяц, наверное, уже поздно. Ребят, через месяц это для тех людей, которые привыкли в хайпах, к сожалению, быть. И, к сожалению, они даже эти люди не виноваты. То есть, не к сожалению, эти люди не виноваты.
просто те люди, которые, я не знаю, как их назвать-то по-человечески, которые запускают проекты на месяц, на два, на три, они запускают там в телеграммах, еще где-то, знаете, на коленках собранные, конечно, им по барабану, они могут сделать на 2-3 месяца, поскольку затрат нету. То здесь, когда мы говорим о затратах, о сотнях тысяч долларов, то, блин, ребят, ну, нам это все вернуть надо. И вернуть, чтобы это было в раз в 100 больше. Ну, конечно, мы заточены уже сюда на года. И в этом и плюс, что когда ты много тратишь, то есть вы понимаете, что вы пришли в этот пентхаус, гостиницу, и что это не гостиница не закроется, потому что на нее потратили миллиард. Им нужно отбивать это все и уровень, и планку держать. То же самое здесь. Это как крутейший отель, куда вы приехали, и нам нужно его всегда поддерживать, планку держать и добавлять все самое только-только лучшее. Поэтому это долгосрок, это финансово самая крутая модель, и дальше будет только круче и круче. Вот. И здесь самое главное, это без рисков, ребята. Я сказал, что хотел, поэтому эта кнопка бабло без преувеличения, это самая крутая кнопка бабло, которую вы видели и которую только возможно получить сейчас на рынке. Евгений, я передаю тебе слово. Ребят, Жень, ты ответь, наверное, по вопросам. Я сейчас отключаюсь. Ребят, извиняюсь, у меня очень-очень много работы. Я сегодня Евгению сказал: Женя, отдувайся как хочешь. Нет времени, давай. Жень говорит: давай, Илья, все. Ты там Паши, я отдуваться. В общем, проделегировали и вперед. Жень, передаю тебе обратно слово, включай камеру, то как-то без лица, без ничего не особо хорошо. Так, давайте я зайду сейчас на YouTube. Сначала на YouTube все просмотрю. Так, друзья, если на какие-то вопросы не успею ответить, да, может, что-то пропущу, потому что очень много вопросов и боюсь что-нибудь пропустить. Так, если вы пригласили 13, так, будьте получать внимание. Так, Илья, будет инструкция, как... Смотрите, друзья, у нас есть все инструкции уже... Жень, я скажу. Давай. Ребят, инструкции все готовы, мы банально их еще не залили. Простите, мы будем максимально, сегодня-завтра мы все зальем. А можно купить по 5 долларов несколько мест одному человеку. Ну, покупайте, только какой в этом смысл, непонятно. Так, больше вопросов на Ютубе нет. Захожу на вебкастер, начинаем снизу, заходим в криптовалюте BNB, на момент старте столько будет BNB, это уже ответы дают ребята. На сколько площадок лучше заходить? Ну, сколько вы хотите зарабатывать? Хотите зарабатывать мало, заходите на малое количество площадок. Хотите больше, ну, соответственно, маркетинг я уже вам показывал. Жень, можно я скажу это слово, да, мне очень важно. Ребят, давайте отнесемся к заработку так. Вот сколько вы готовы, хотите получать в месяц? Вот просто это самый логичный ответ. Хотите 10 тысяч долларов получать? Логично, что с 5 долларами войдя, вы 10 тысяч долларов не будете получать. Это логично в месяц. Потому что, чтобы вам до 10 тысяч долларов дойти, вы должны проапгрейдиться просто до 10 площадки, где вход, до 11, где вход 10 тысяч долларов. И там вы будете, да, получать в месяц. То есть хотите зарабатывать какую-то сумму, заходите ровно на эту сумму. А лучше в два раза больше. Почему? Потому что я хочу, к примеру, 1000 долларов зарабатывать, зашел на 2000 долларов. Я знаю, что с одного личника приглашенного на ту же самую сумму я уже 1000 долларов себе в карман положу. Вот. Поэтому хотите какую-то сумму зарабатывать, заходите минимум на такую сумму, который есть у вас в голове. Так, ребят, почему так усложнили реинвест? Чтобы сделать его, надо пригласить аж 14 партнеров. Ну, мы не усложнили, а наоборот, сделали нормальное, я считаю, чтобы эти реинвесты не делали постоянно, да, а чтобы сначала помогали... Подожди, Жень, подожди, вот тут, знаешь, ребят, давайте так, это кто, Руслан или Русхан, непонятно, давайте отнесем это к того, мы вам связали руки, чтобы вы просто не клепали линейку, помогали нижестоящим, потому что люди должны зарабатывать все, это наша позиция. Вы можете залить абсолютно все свои вебинары на YouTube, так они у нас залиты, мы все выкладываем эти вебинары, они у нас есть. Так, один неприятный вопрос. Почему неприятный, непонятно.
К примеру, зашел я в бинар по счету 2000. Я понимаю, что войдя после меня 2046 человек, мой бинар должен закрыться. Сможем мы где-то это отследить? У вас в кабинете будет вся статистика. В кабинете. Заходите, вы видите весь свой бинар. Кто куда встал и так далее. Женя, не то имел в виду. А что? Ильдар, вот я только что объяснял, вы не слушаете почему-то. Вот у меня вопрос, почему вы не слушаете? Я же сказал уже. Вы не считаете бинар от компании. Вот вы встали в десятую линию. Начало вашего бинара от вас. Или от вашего вышестоящего человека, под кого вы зашли. Все. А то, что чем больше над вами людей, тем больше от вас будет, то есть от этих людей будет сыпаться. То есть надо мной 10 людей стоит, к примеру, до первого аккаунта. Значит, каждый человек, который стоит надо мной до первого аккаунта, когда он будет ставить вниз, эти люди будут падать вниз и доходить до меня. И то есть тут без разницы, хоть в сотой линии я встану, то я буду стоять у человека в первой линии и бинар, и в бинаре я егошним буду первой линии. И также люди, которые под меня придут, они будут уже в моем бинаре, в моей первой линии. Ребят, тут нету этого понимания глубины, то есть ширина, забудьте. Тут идет ширина для дохода. То есть вот 51x, круто. С 10 линий, круто. Потому что с самой нижней глубины ты получаешь больше всего. Это для дохода. Но не для того, что вы не будете получать. Это для вашего дохода. Потому что, а что вы будете получать, это связано с тем, что вы стоите в бинаре всегда у кого-то в первой линии. Всегда. А чтобы человеку сделать реинвест, он должен пригласить 14 людей и сделать вам помощь обязательную. А те люди, которые под вас попали и передали вам деньги, и чтобы им сделать реинвест, они начинают строить под вами растить структуру. И начинает это все автоматически и автоматически расти. И вы будете с каждого человека получать деньги, даже которых не пригласили. Надеюсь, я понятно выразился. Жень, все. Ну, в принципе, я думаю, мы на все вопросы ответили. Может, это дать ссылку на чат или как? Если будут вдруг вопросы, чтобы там задавали на общий. Так, ну что, спасибо, но общий вход участников, я имел в виду, отследить смогу. Ну, конечно, сможете отследить. Конечно. Илья, ну что, я ссылку тогда скидываю, да, в чат? Ну да, конечно, да, конечно. Ребята, это наш общий телеграм-чат, то есть там мы публикуем. Жень, скидывай пока в чат, где 800 людей, туда еще бота не поставили, полетит всякая ерунда. Так туда я и скидываю все. Да, потом, ребят, у нас есть основной чат, там под 6000 людей, мы вас переведем туда завтра. Переведем. Поэтому наберитесь терпения, мы его просто подготовим, настроим бота, чтобы он гонял всех людей, кто плохо себя ведет. И всех просто попросим людей, чтобы вас туда перетащили. Кто плохо себя ведет. Друзья, если будут вопросы, в общем, в чате задавайте, да, потому что реально не успеваем на все ответить, надо еще дела делать. Вот, я думаю, на этом мы прощаемся. Вот, всем огромное спасибо. До старта осталось всего 3 дня. Поэтому постарайтесь, как говорится, набрать команду. И, в принципе, скоро уже стартуем. Илья, ты что-нибудь скажешь на прощание, нет? Или ты уже был? Да что, ребят, я сам воодушевлении. И знаете, самое прикольное в том, что у нас еще работа сделана. Не совсем, не вся работа сделана, что мы после старта ее будем допиливать еще, наверное, 1-2 месяца. И это меня самое интересное, знаете, то ли она, меня эта информация самого радует, то ли я в стопоре стою, что мы столько делали и не все доделали, но понятие одно, что это настолько масштабная машина, что какие-то банальные вещи, которые отложились, и они тоже ключевые, мы будем дальше доделать, но старт мы, ребят, уже не откладываем. Вот это очень круто, вот, ребят, поэтому... Все обалденно, готовьте свои команды, идите вперед каждый день, по всем своим соцсетям выкладывайте минимум по 2 поста, обзванивайте своих партнеров, делайте рассылки, проводите встречи, каждый день в Ютубе выкладывайте контент про X-Profit, берите наши вебинары, но лучше записывайте свой контент и выкладывайте его в Ютубе. Если у вас в Ютубе нету подписчиков, берите тот контент, который вы в Ютубе выложили, и раскидывайте его по своим соцсетям, постах, ребят.
Каждый день делайте эти действия. Если хотите нарастить команду, прикрепляйте к своему контенту в обязательном порядке ссылочку на свой личный телеграм-чат, чтобы люди туда переходили. Изучите маркетинг, чтобы правильно отвечать на все поставленные вопросы перед теми людьми, которые будут задавать вам вопросы. Вот, я все, ребят, поставьте 1 до 10. Как вам вебинар, как вам маркетинг, как вам компания, какие у вас впечатления. Скажите свое мнение, нам очень приятно это увидеть в конце вебинара. Ну и, наверное, бай-бай. Ребят, в Ютубе везде, пожалуйста, выскажите свое мнение и приступайте к действиям.